русская народная сказка «Лиса и журавль». Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж тебя угощу». Пошел журавль на званый пир, а лиса наварила каши и размазала по тарелке. Подала и угощает. «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал, стучал, ничего не попадает. А лисица лежит тебя, дорежет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит: «Не обессудь, куманек, больше угощать-то нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости». На следующий день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку, наложил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем угощать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает там, никак достать не может, не лезет голова в кувшин. Журавль клюет себя да клюет, пока все не съел. «Ну не обессудь, кума, больше угощать-то нечем». Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю. С тех пор дружба у лисы и у журавля врозь.